кажется, я поняла, почему у нас нет парней. Но тебе это может не понравиться. Говори. Дело в нас. Нет, не может быть такое. Нужно понять, что конкретно в нас не так. Мы красивые. Умные. Да у меня 9 классов образования. Я откуда вы должна знать, что голубей нельзя есть? Богатые. Ого, вот эту. Не-не-не-не-не-не. Балтику семерку не будем брать, там Жигули по акции. А. Объективно молодые. Смотри, какую приколюху нашла. Упадешь. Давай наливай. А? Ай! Сексуальные. Определенно. А стринги это что, трусы, что ли? В морозилку их не наденешь. Угу. Вот это трусы. А, я поняла. Ну мы идеальны. Да, да, да. Но мужики просто боятся сильных женщин. О, точно. Папа, у меня ножки больше не ходят. Ну понеси меня на ручках. Мам, можно я сегодня в школу не пойду? У меня вон температура 42,8. О, да, это был лучший секс в моей жизни. Ну, ты сам слышал. Олег Геннадьевич, вы такой остроумный и смешной. Так, дети, а вы почему порядок не навели? Вы меня что, в гроб загнать хотите? Я больная женщина, меня нельзя расстраивать. Какие еще внуки? Я не собираюсь вас в завещание вносить. Я вас не помню. Я спокойно встаю в очередь. В хорошем настроении сижу за кассой. И я вижу, эта женщина уже начинает раздражаться. Нет, нет. Пик, пик. Пакетик брать будете? Пакет брать будешь? У меня свой. Дужно, дужно. Я говорю, я предупреждаю. Без предупреждения, хлопы. Как вы считаете, это нормально? Я думала, сирена, перепугалась. Давай шмалять воздух. Она свою ногу подставляет. Кровь повсюду. Актриса. Статья 27 УК РФ. Самозащита. Сидим в обезьяннике. Я на себя в зеркало глядь. Ёб. Говорю, есть тут у кого-нибудь помада? У меня. Так подружились. А вы говорите, женской дружбы нет. Есть. Меня похитили инопланетяне. Мы похитили корову, а эта сама залезла. У нас впервые в жизни в тарелке окна запотели. Грязно надругались. Мы не хотели бы это комментировать. Проводили надо мной опыты. Она сама эту лампочку в рот засунула, а потом еще и сторис сняла. И теперь я спокойно изъясняюсь на их языке. Вот смотрите. Вы что, не видите? Она ненормальная. Почему именно я? Да почему именно она? А я, может, влюбилась. Ну и что, что зеленый? А кто из нас сушами не травился? О! Смотрите, кто идет! Начальник отдела по стадью мимо унитаза! Так, ну, во-первых, это не помои, а бизнес-ланч. То есть деньги у нас отмывать получается, а с полом какие-то проблемки возникли? Твое семяизвержение – это не отчет. Его раньше срока сдавать не обязательно. Наташенька, это твоя секретарша, кусок ты дерьма. А я Наталья Александровна, твоя госпожа. А я откуда знала, что это важные документы? Это ты должен следить за тем, чтобы туалетная бумага не заканчивалась. Милая, пожалуйста, не начинай. Я так устал на работе. Я так устал всех дрючить. Давай просто отдохнем. То есть... Кого-то ты все-таки дрючишь. Сынок, а ну иди, посиди с нами. К нам тетя Катя раз в полгода приезжает. А ну садись, я сказала. А ты что думаешь, на него девочки уже заглядываются? Расскажи, расскажи, расскажи. Может быть, ты посмотришь, у него там какое-то покраснение. Ну, показывай. Давай, снимай штаны.
Тут чужих людей нет. Я знаю, что делать. Опа! Перекрестись. Крестись. Господи, помоги! Все, малыш ласково поможет. Ой, слава тебе, Боже. А эти он песни эти свои слушает, любимку. Ой. Муйся. Ой, а раньше какие песни были? Да. Да знаешь ты слова! Ой, Кина, Арре, Кина. Ну а сексом ты уже занимался? Катя! Нет, почему не спросить-то, почему? Ну... Занимался? Он меня обижает. Да она меня пнула, ударила и обозвала. Я вообще ничего не делал. Но он мне нравится. Она говорила, что они встречаются уже 5 лет. Разве нет? Да я ее первый раз увидел. Да я уже свадебное платье выбрала. Мы даже как-то раз сидели у него в квартире, когда он был в командировке. Но сейчас-то я понимаю, что мы пробрались туда незаконным путем. Шпилька! Рэкет! Ну вообще-то я их вместе никогда не видела. Давайте ему позвоним. По ночам дышала в трубку. Это понятно. Согласны ли вы взять ее в законные жены? Согласен. Да мне что-то уже не хочется. Мам, может, все-таки позовем строительную бригаду? Нет, Женя. Мы что, зря школу ремонта смотрели? Как сделать из однушки пятикомнатную? Сделали направляющие. Доски сажаются на дисперсионный клей и еще пристреливаются степлером. Может, сначала перекусим? Перекусим. Я на свалке видела, унитаз кто-то выбросил. Присела, вроде удобно. Унитаз есть. Мам, ну может хоть бы мужа на час позовем? Был у меня муж на час. Во-первых, там никакой не час. А во-вторых, потом еще 20 лет мучилась. Правее и еще. Под ноги вообще-то смотреть нужно.